Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Театр льодових мініатюр «Кристал» відзначає 30-річчя. Про історію, досягнення та плани на майбутнє цього театру будемо сьогодні говорити разом з нашими гостями. І рада вітати в прес-центрі «Відкритого» випускниця театру Ганна Жихарева-Толстік, тренерка та актриса Оксана Панкратова та голова батьківського комітету Світлана Полонська. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. 30-річний ювілей – це така визначна дата. Хочеться одразу торкнутися трішки історії вашого театру. Створений він ще у 1991 році. Розкажіть, як все починалося, яка історія цього визначного місце для дніпрян і всіх українців. Ну, изначально коллектив создавался как просто группа здоровья. Я с коллективом, конечно, не с 1991 года, а с 99 года. Но я знаю о том, что сначала просто создавалась как группа здоровья деток, чтобы учились кататься на льду, заниматься каким-то активным видом спорта, как фигурное катание. Но по итогу это все пришло к тому, что вырос такой большой, огромный коллектив, который выступает не только у нас на территории Украины, но и также ездит за границу. Побывали в очень многих странах. Катар, Америка, Франция, Прибалтика. В Китае ездили. В Китай вообще была долгая поездка. Они там 2 месяца находились, выступали. Ну, яка реакція глядачів за кордоном на театр? Ну, я могу сказати, вот я лично была во Франции с ними. Там, как оказалось, мы не совсем поняли, как правильно нужно преподнести номер. Мы готовили номер шоу, как бы. А у них это было, вот есть такой вид спорта, синхронное фигурное катание. И у них это было все на этом построено. Но когда наши дети вышли в красивых платьях, на голове у них короны по 0,5 метра в высоту. Такой был плавный танец, как хоровод, под песню Натальи Могилевской «Месяц по небу ходить». Конечно, зритель просто обалдел от этого всего шоу. Но когда жюри начали выставлять оценки, ну да, поставили там какие-то средние, кто-то высокие поставил, кто-то даже было такое, что низкую оценку поставили, но когда объявили эти оценки, честно, все зрители просто возмущались тем, что немножко занизили оценки, но потом нам объяснили причину, ну мы тоже заняли там, по-моему, 2-е место, я помню. Ну, зрители очень любят такие вещи. Я бы хотела дополнить по поводу тоже зарубежных гастролей. Когда мы приезжали в Катар по приглашению шейха, была такая задача. То есть шейх Катара придумал проект «Большой фестиваль моря». И была задача по всему миру найти самые красивые, грандиозные, яркие шоу-балеты, которые работают в стиле моря. И вот очень было приятно то, что как раз нашли именно наш мюзикл «Русалочка», мюзикл театра на льду, театр ледовых миниатюр «Кристалл». И мы были частью программы. Были канатоходцы из Шанхая, были большие ходулисты, большая красивая труппа ходулистов из Нью-Йорка, и там из Вегаса была одна из трупп. И вот были мы. Это было настолько красиво, и после, по прошествии, это была 10-дневная кампания, это были большие гастроли, очень много гостей из соседних Арабских Эмиратов приезжали. И вот та реакция, тот восторг, который азиатский зритель получил и выдал нашим детям, он был, конечно, абсолютным, и это было абсолютное признание, и люди были в шоке, как можно таким маленьким детям до такой степени синхронно, до такой степени профессионально поставить такое красивое шоу. Поэтому абсолютный восторг. И, кстати, турецкие в прошлом году, позапрошлом году были в Турции. Это было гран-при в Алании, это был большой арт-фест. И, конечно, было гран-при, потому что, ну, была очень красивая композиция, это же жюри. Тобто, дійсно, театр із Дніпра виступає на рівні з закордонними трупами, з закордонними учасниками таких великих країн, великих міст. Це змушує так пишатися рідним містом, дійсно. Скажіть, будь ласка, ось про досягнення, якщо трішки детальніше, скільки було всього спектаклів поставлено за ці 30 років, як театр живе сьогодні, от якими здобутками особисто ви пишаєтесь? Ну, спектаклей было поставлено очень много.
Плюс мы каждый год фактически готовим новогодние сказки. Ну, в общем, у нас именно как новогодних сказок 12. А вообще есть еще просто как концертные программы. И это, наверное, тяжело посчитать, сколько было выступлений, сколько было всего создано. Это очень много, очень. Поэтому... Если говорить о том, что из себя представляет репертуар театра, то помимо сказочных вот этих мюзиклов, да, у нас есть очень такие красивые, яркие перформансы, которые мы представляем и на День города Днепр каждый год, и на каких-то фестивалях вот в Полтаве, в Виннице, в Киеве, да, выступали да. детки, и это всегда интересно, театрализованные постановки. Что интересно было, полтора года назад команда Тины Кароль, команда канала 1+1, на Рездвяне истории тоже, они приняли решение о локации, это был Ледовый дворец спорта, да, Светочка, да, в Киеве, да. Вот, и нужен был театр на льду, и мог быть и взрослый театр на льду, и детский театр на льду, и вот так как нет альтернативы, и так как не смогли в Киеве никого найти, с удивлением обнаружила команда, что есть в Днепре вот такой грандиозный спектакль, и есть вот такой театр, и наши дети катали под «Гурт без обмежень», под Стиной Кароль, с Мишель Андраде, с Олегом Скрипкой, с Дзидзю, с Монатиком, огромное количество постановок, это было очень красиво, то есть и такие и форматы у нас тоже есть, и к ним тоже готовится театр. Наш художественный руководитель, это бессменный художественный руководитель и основатель театра Валентина Губенко, наша муза, наша... Знаете, человек, который абсолютно творческий, абсолютно целеустремленный, и вот, ну, я не знаю, такое потрясающее количество качеств, которые можно соединить в одном человеке, только могло быть предпосылками к тому, что вот такой успешный проект создан, и он живет 30 лет. И вот она всегда создает уникальные постановки, уникальные идеи, и то, что сегодня мы будем катать, да, наши дети, и мы как родители, кстати, тоже будем катать, это будет такой большой, огромный проект из сказок, из танцев, из видеоподборок, самых-самых ярких моментов за историю жизни театра и поздравления гостей из разных стран, потому что выпускники разъехались по всему миру, и сейчас, наверное, об этом Света больше скажет. Это и люди, которые пооткрывали школу фигурного катания в Майами, в Китае, в Лужниках, большая школа, это все наши кристалловские выпускники в Венгрии, цирки Дюсселей в Германии, Дюсселей. Светочка, расскажи о Жене. Так, будь ласка, Светлана, розкажіть більш детально, тому що про бенефіс хочеться поговорити окремо, більш так... Дуже цікава інформація. Як я розумію, сьогодні відбудеться прем'єра, сьогодні буде цей святковий концерт, назвемо так. Це так. Розкажіть, будь ласка, про випускників. Дуже цікаво. Да, у меня уже третий ребенок занимается в «Кристалле». Мы пришли 15 лет назад, пришли в дворец спорта «Метеор» на сказку «Конек-горбунок». Так вдохновились, сидели с открытыми ртами, когда видела эти скакалки на льду, эти трюки. Для меня это было просто... Такое удивление, что дети на коньках могут такое все делать. И уже на следующий день мы пришли, был как раз набор младшей группы в «Кристалл». Мы пришли, и вот 15 лет мы с «Кристаллом». Старшие дети уже третьекурсники. Много гастролировали, были в Америке, в Катаре тоже, в Москве все время гран-при. И вот старший сейчас тоже не смог жить без поездок, без этого всего драйва. Он участвовал потом в шоу международных на льду по Европе, в Китае. И сейчас его пригласили тренером в школу фигурного катания. То есть он дальше продолжает связывать жизнь со льдом. И младший тоже ходит, сейчас занимается, выступает, сегодня тоже будет выступать. Я розумію, що ви, безумовно, пишаєтесь здобутками своїх дітей, і все ж таки от від обличчя батьків, з якими труднощами ви особисто стикаєтесь, наскільки складно це бути мамою фігуристів? Ну, у нас нет выходных, у нас нет праздников. Мы можем приехать 31 декабря с гастролей с Одессы и 1 января уже в обед ехать в Харьков выступать. То есть у нас вся жизнь – это... подвязаны кристаллы. Все личное у нас подвигается на второй план. Ну, это нас как бы не огорчает. Это просто наша уже такая вот жизнь. Мы уже просто... Когда у нас вот в прошлом году карантин случился, настолько было времени, мы не понимали, что нам делать. Вообще, как мы не едем на тренировки, как мы... У нас... Ну, вот вся жизнь у нас все равно подвязана к...
кристалу, ко льду. Ну, до речі, одним із очевидних питань було, як театр функціонує в умовах карантину, тому що ми чуємо про подорожі, про гастролі, коли закриті кордони, коли навіть було ось період жорсткого локдауну, не можна було виїжджати навіть за межі Дніпра. Як ви функціонували, як займалися та тренувалися? Ну, коли об'явили повністю так жорсткий карантин, звісно, все перейшло на онлайн-обучення, як звичайні школи, так і ми. Тренера подыскивали задания, очень много давалось в онлайн-форме все. Дети выполняли, сбрасывали тренерам свои видео, как они выполняют эти упражнения. Ну, мы уже корректировали, правильно, неправильно. Ну, уже когда потихонечку потом разрешили, естественно, выйти на лед, выходили. Если опять приходилось... Садились на онлайн опять, ну, как в принципе, как в обычной школе, все происходило через интернет. А чи була відчутна от різниця, коли відбувся такий, така затяжна пауза, скажімо, коли от було, неможливо було тренуватися в нормальних умовах, чи була помітна різниця, коли діти прийшли вже на лід? Конечно, немножко, наверное, им было сложно деткам после большого перерыва, но они у нас привыкшие, они очень быстро втянулись, очень быстро все исправили, поэтому, ну, как-то у нас очень быстро дети перестраиваются, очень быстро. Анно, ви, окрім того, що випускниця театру, ще й мама дитини, яка займається зараз у театрі. Розкажіть, чому ви вирішили все ж таки, щоб дитина пішла по вашим стопам? Вы знаете, да, для меня кристалл это кусок жизни, это такая, это философия, наверное, ну, как и для всех тех, кто выпустился из кристалла. У нас уже тысячи по всему миру, ну, по Днепру, по Украине тоже. Я больше занималась, 9 лет моего детства прошло в кристалле, и мы с Валентиной Викторовной ездили и в лагеря, и тоже по поездкам, и в гастролях. В «Метеоре» мы выступали и на льду, и на роликах перед льдом. То есть вся эта, знаете, вся эта жизнь, она настолько заряжает, она настолько... Во-первых, мы в форме, мы всегда, вот мы встречаемся с выпускниками, и все эти люди достаточно в хорошей физической форме. То есть я убеждена, что это какой-то секрет успеха вот такого здоровья, наверное, даже, и просто физической формы. Такие плановые, такие насыщенные тренировки. Это 5, это 4-5 тренировок в неделю. Вот все выходные мы на льду. И всю жизнь, да, скажем так. А потом, когда ты вырастаешь, и когда ты понимаешь, что ты уходишь в декрет, ты становишься мамой, ты там где-то работаешь, и тебе не хватает этого драйва, тебя тянет в кристалл. И ты понимаешь, что ты приходишь на лед, видишь маленьких деток на льду, и ты хочешь привести уже. Ты ждешь, когда же исполнится нам 3 годика, чтобы привести ребенка на лед. Мы наблюдаем эту картину по многим нашим выпускникам. Очень много ледовых династий уже есть в Днепре, в кристалле, и это очень здорово. Сейчас моему ребенку уже 9 лет, ему с 3, то есть 6 лет мы уже в кристалле. Вот сегодня на бенефисе у Евы, например, 8 образов. То есть за кулисами мы будем там переодеваться в разных 8 костюмов. Ну, это потрясающе. И знаете, что важно, что вот хочется всех, кто нас слушает, если вы еще не определились с тем, куда пойти ребенку, если вы не знаете, хочет он танцевать, или хочет он петь, или хочет он, я не знаю, гимнастикой заниматься, попробуйте кристалл. Кристалл – это такое емкое детище, то есть это процесс формирования личности. Это процесс, где они изучают и хореографию, и ОФП, то есть общая физическая подготовка, и элементы фигурного катания, и актерское мастерство, и поют они. Вот наши дети записывают в студиях под бенефис, кстати, песни, и мамы записывают в студиях под бенефис песни. Ну, то есть это то, в поездках их учат этикету, как правильно сидеть, как правильно открывать, там, я не знаю, как общаться со стюардессой, как на гастролях себя вести. То есть это такая базовая школа жизни, после которой выходит, и если брать статистику, наверное, то в основном это успешные люди. Это люди, которые добиваются потом успеха, в чем бы они ни выбрали, вот в бизнесе, там, в политике, в спорте, в искусстве. Но это те люди, которые знают, что такое цель и как ее достигать. И это, безусловно, заслуга кристалла. Поэтому это правда здорово. Пані Оксано, ви як тренер можете сказати, зі скількох років потрібно віддавати дитину? Тому що от пані Ганна сказала, з 3 років вона віддала доньку. Чи це не зарано, чи це от якраз таке оптимальний вік? Ну, взагалі, від спорту фігурного катання та дітей приводять дуже рано на льот. От якраз з 3 років, з 4 років. Но так как мы коллектив, и у нас индивидуальных таких занятий нет, да, там взяли ребенка, с одним работаем. Поэтому больше стараемся, конечно, более старших деток, но если есть такие детки маленькие, вот 4-3 годика, которые очень
и родители горят желанием водить ребенка, и ребенок, видно, что как бы желание у ребенка есть, ну, берем таких маленьких, конечно. Но больше стараемся вот 5, 6, 7 лет. Ну, есть даже и детки и постарше приходят, лет 10-11, которые тоже не стояли ни разу ни на коньках, не умеют, но берем их в коллектив, обучаем, дети становятся на коньки. Главное бажання. Да, главное желание. Желание и детей, и родителей. Как вы понимаете, пока они маленькие, естественно, родители водят. Еще это очень важно, чтобы родитель понимал, что ребенку это нужно и не нужно отстраняться от этого всего. И ну, наши родители настолько живут в этом во всем, что они сами стали на коньки все. Сегодня будет номер от родителей, танец на льду. Есть родители, которые впервые вообще стали до репетиции на коньки. Но тем не менее, изъявили желание тоже, чтобы как бы поддержать своих детей, которые выступают, у которых по 8, по 7 танцев. Поэтому так вот у нас. Я хотела бы добавить, вчера был генеральный прогон, и вот сложность особенно, вообще закулисье – это отдельная история. Мы все видим всю жизнь выступлений за кулисами, так как мы мамы, мы одеваем детей. И одеваем иногда за одну минуту, иногда за 30 секунд нужно одеть одного ребенка, набегает 5 мам, одна одевает рукавичку, вторая чехол меняет, потому что чехлы же каждый раз другие, третья там застегивает, например, молнию, четвертая цепляет корону, ну бывает и так. И вот вчера, так как мы все на коньках, ну большинство родителей на коньках, очень сложно было вот этот процесс закулисья. Главная цель – это дети и их переодевание, а мы же на коньках, ну, это оказалось достаточно сложно, то есть то, что мы на коньках сзади, за сценой, это было, но интересно, в любом случае, это тоже целый такой перформанс, который нас объединяет. Дійсно, я зрозуміла, що батьки – це такий невід'ємний, дуже важливий елемент у всій системі. Розкажіть більш детально про ваш виступ, як до нього готуватися. Пані Селена, можливо, вам є що розказати, чому вирішили все ж таки теж стати разом з дітьми на козини? Я как раз не стала на коньки. Ага, не так. Я больше в тылу. Про книги, про книги. Так, будь ласка. Мне говорит микрофон. И я, вот лично я как зритель, который очень давно знакома с Валентиной Викторовной и вообще с театром «На льду», мне кажется, что, наверное, самое эмоциональное вообще, что было за эти 30 лет, это танец «Жить», потому что, ну, это такое, знаете, до мурашек. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, а самое главное, какой сегодня будет приятный момент в этом выступлении? Можно я просто помню, мы готовили тоже про это пресс-конференцию, и спасибо огромное журналистам, которые тогда нас поддержали. У нас, сложно об этом говорить, случилось горе, случилась беда, ребенок получил плохой сложный диагноз, онкология, и мы все такой, знаете, одной большой семьей стали на поддержку этого ребенка, Аленочки Витренко. Нужно было собрать большую сумму денег. Мы ее собрали благодаря вам, благодаря журналистам, благодаря родителям, благодаря тому, что вся ледовая общественность, и не только ледовая, хореографическая общественность, как-то все, знаете, плечо к плечу, там по гривне, по 100, по 1000, там кто-то какие-то десятки тысяч отправлял с разных стран. И мы собрали эту огромную сумму денег, отправили Алену в Турцию, и она поборола эту проблему, и благодаря, не могу сложно говорить, благодаря этому всему у нас есть хороший результат, все здоровы, Алена здорова. И сегодня она будет танцевать в нескольких танцах, и солировать в «Профессорах», и солировать и в «Снежной королеве». Там, ну, много-много у нее образов. И есть танец «Жить». Мы с ним получили гран-при в Полтаве, да, когда все дети танцуют. Очень потрясающая музыка, потрясающие слова о том, что жизнь – это самая главная ценность нашего существования. Поэтому такая вот история тоже трогательная. Спасибо за вопрос. Чудова відповідь. Давайте підсумуємо нашу прес-конференцію. Розкажіть, будь ласка, от швиденько, час, на жаль, добігає кінця. Що чекати від сьогоднішнього бенефісу? Ми почули, що будуть дивовижні номери, дивовижні постановки. Скажіть, будь ласка, особисто, можливо, у вас, у кожного є своя улюблена, на яку ви б порадили звернути увагу? Ну, починається наш бенефіс. От ми приготовили... Родители создали книги, которые вот как будто у нас «История кристалла». С большой книги «История кристалла» выходят главные герои. И у нас создано этих 10 книг, как 10 сказок. И вот мне в этот больше всего нравится как бы номер с книгами, с эльфами. Это как вот начало чего-то. Вот за что за 30 лет
происходило в нашем коллективе, какие сказки показали. Вот, как бы, кусочки этих всех сказок мы сегодня увидим. Ну, мне тяжело, конечно, выбрать какой-то вот один все номер. Любимые, они, да, да, они все любимые, они все красивые, но все-таки мне как-то больше вот нравится номер со скакалками. Это очень сложный технический номер. Представьте, да, на коньках, на льду прыгать, еще и на скакалке. Просто там с большой скакалкой это связано, и с маленькой скакалкой это все связано. Ну, тут один из сильных номеров, в принципе. Ну и самый один из таких, как можно сказать, визитная карточка Кристалла, это танец хоровод, вот, про который я рассказывала, который мы возили в Париж. Он тоже, он очень красивый, очень такой смотрибельный номер. Два таких. Ну а вообще, если честно, да, они все любимые, все номера. Я подытожу. Очень красиво. Хоровод потрясающий. Это начало будет праздника. Это всегда абсолютный восторг, эмоции. Все телеканалы хором выстраиваются на него, потому что, ну, это правда очень красиво. Очень красивый финал чаепития Алисы, да, когда у нас дети чашки, огромная гусеница, малыши, которые только пришли, трехлеточки, у нас будут внутри гусеницы ехать по льду. Потрясающее зрелище, очень красивое, такое фееричное. Очень красивый фрагмент «Снежной королевы». Это такое снежное царство с огромными куполами, полотнами, на ходулях, у нас там все с подсветками, с крыльями. И фрагмент «Русалочки» очень красивый, когда тоже все светится, все, арена превращается в море, и все это таким подводным, да, царством становится. Нужно что-то выделить. Да. Что еще вот очень важно, бы хотелось поблагодарить телеканал «Відкритий» за то, что вы нас пригласили, за то, что вы освещаете, за то, что вы были вчера на мастер-классе на льду, за то, что вы сегодня будете, мы слышали уже, ваша съемочная бригада выезжает, мы будем очень вам рады. Благодаря медиа, благодаря телеканалам, благодаря тому, что в этом году нас поддерживает культурная столица, программа «Куст», мы получаем вот такое вот освещение. И главное, какая наша самая большая радость, это прямая трансляция. То есть сегодня будет возможность прямой трансляции, так как, к сожалению, из-за карантинных ограничений мы не продаем билеты, мы не можем откатать это много раз на гостей, и мы только родителей приглашаем в зал. И вот благодаря прямой трансляции люди смогут, на официальной страничке театра мы дадим ссылочку на YouTube, и можно будет смотреть в прямом эфире, те, кто не попадет, наше шоу. Это будет сьогодні в 17 часов. Смотрите ссылочку на YouTube. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, дуже цікаво. Бажаю вам сьогодні успіху. Вітаю з 30-річчям театру «Кристалл». Сьогодні Спасибо. Про це ми говорили разом з нашими гостями. Випускницею театру Ганною Жихаревою-Толстік, тренеркою та актрисою Оксаною Панкратовою та головою батьківського комітету Світланою Полонською. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!